32-летняя певица сделала нестандартное поздравление с Днем Святого Валентина. Полина Гагарина обнародовала редкий семейный кадр. Звезда старается оградить семью от любопытных глаз. Ее супруг Дмитрий Исхаков и старший сын Андрей периодически мелькают на странице Гагариной в соцсети. А вот дочь певицы показывает редко и скрывает ее лицо. Сегодня Полина запечатлела сразу двоих детей. 12-летнего сына Андрея она родила в браке с актером Петром Кисловым. У мальчика сложились прекрасные отношения с отчимом. Он души не чает в сестренке, которую звезда родила от Исхакова. Мие в апреле исполнится 3 года. По фотографии видно, что девочка заметно подросла. Малышка трогательно обвела своими маленькими ручками шею старшего брата. Она поцеловала его в щеку. Андрей от таких нежностей буквально расцвел и расплылся в довольной улыбке. «С днем всех влюбленных! Мои сердечки! Сын и дочь! Безусловная любовь!» – поделилась Гагарина. Одним из первых на редкий снимок жены отреагировал Дмитрий. «Ого! А так можно?» – удивился модный фотограф, которому супруга запретила публиковать снимки Миюши. Поклонников выпускницы «Фабрики звезд» умилило фото ее наследников. «Как же хорошо иметь брата или сестру, родные души, милейшая фотография. О боже, какие они милахи. Полина, вас тоже всех с праздником. Миюша, поцелуйчик, Андрею привет. Ой, какая невероятно милая семейная фотография. Такие сладкие дети», — написали фолловеры. Исполнительница хита обезоруженно восхитила поклонников длинными ногами в топе и кожаных брюках. Сын Пролины неожиданно встретился в кафе с Арнольдом Шварценеггером и сделал с ним селфи. Гагарина впервые стала наставником шоу «Голос». Дети, которое сегодня стартует на Первом канале.